В Тверской области выявлен новый случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвержден у жителя области, который недавно вернулся из-за рубежа. Пациент госпитализирован в Калининскую ЦРБ, состояние здоровья удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшим. Таким образом, по состоянию на 30 марта в регионе наблюдается лишь два подтвержденных случая. Это один из самых маленьких показателей по России. При этом со дня на день число заболевших может резко увеличиться. А почему? собиралась Мария шалованова Вирсологи предупреждают, пик заболеваемости коронавирусом в России грядет уже на следующей неделе. Именно тогда из-за границы начнут возвращаться самое большое количество самолетов с гражданами, которые в момент распространения инфекции находились далеко от дома. Разумеется, на отдыхе они довольно много общались с местным населением и между собой, поэтому вероятность заражения у них максимально высокая. Тверская область также ожидает возвращения путешественников. У нас ежедневно из-за границы по статистике пребывает на территории Тверского региона там, порядка 200 с небольшим человек. Мы тоже понимаем, что это дополнительная нагрузка. Это для нас тоже задача, с которой я уверен, что мы достойно справимся. Поэтому в ежедневном режиме мониторим, занимаемся. С мнением о том, что в Верхневолжье стоит готовиться к наплыву заболеваемости из-за рубежа согласны и медики. Врачи Калининской ЦРБ, откуда буквально вчера были выписаны двое выздоровевших от коронавируса пациентов, уже готовы к увеличению работы. Я считаю, что у нас это только начало? У нас могут случаи количества увеличиться, потому что наши с вами соотечественники, они и везде путешествуют, ездят, возвращаются. И я думаю, что Тверичей тоже немало вернется из-за границы. Калининская ЦРБ уже располагает шестью изолированными боксами на 15 коек, где и лежали предыдущие пациенты, а также в полной готовности второй и третий этаж основного здания. Сейчас у нас еще разворачивается инфекционный госпиталь непосредственно Калининской ЦРБ. То есть она вся освобождена, и там будет на 75 человек. На верхних этажах, где могут располагаться пациенты, проведена полная санитарная обработка. Обеззаражены не только сами палаты, мебель, но и коридоры, окна и двери. Для особо тяжелых случаев над койками установлено оборудование с централизованной подачей кислорода. Они помогают исключить осложнения и быстрее прийти в норму. При этом врачи отмечают, что все организмы разные, поэтому и лечение для каждого случая будет назначаться, отталкиваясь от пациента каждому человеку индивидуальный подход. То есть по стандартам, по клиническим, что вот прям четко для всех, для каждого одинаково, такого нет. То есть смотрим на пациента, собираем анамнез, у кого-то может быть что-то сопутствующее, какая-то патология, у кого-то может быть какие-то аллергические акции. А мы еще раз убедительно просим граждан из группы риска, вернувшихся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельную самоизоляцию, бережнее относиться к своему здоровью. Если вы почувствовали недомогание, нужно срочно сообщить об этом на горячую линию регионального министерства здравоохранения по телефону 8 800 333 93 72.